Вы в курсе, что в Сочи с началом летнего сезона откроются 10 новых экскурсионных маршрутов, а руководители пляжей к этому времени должны подготовить паспорта готовности. К слову, это нововведение сезона. Здравствуйте, я Инга Габеша, и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, зимний курортный сезон завершен, не за горами открытие летнего. Сейчас в городе проходит целый комплекс подготовительных мероприятий. О круглогодичной работе нашего города мы сегодня поговорим с начальником управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергеем Домаратом. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день. Летний сезон не за горами, а вот с самих гор туристы уже спустились. Зимние курорты завершают свою работу. Расскажите нам об итогах зимнего сезона. Какие новые экскурсии на этот раз предлагали в горах? И оказались ли они востребованными? Уже по традиции горнолыжный сезон у нас был проведен в том же объеме, в тех же масштабах, что и в предыдущий год. Мы смогли добиться того же результата. Порядка 500 тысяч человек посетило за новогодние праздники город Сочи. Зная это заранее, наши курорты, конечно, развивались и придумывали новые аттракции, новые объекты показывали, для того, чтобы людям не было скучно. Потому что помимо катания на лыжах, конечно, люди хотят еще увидеть что-то новое. В этом году у нас, естественно, порадовал нас наш горнолыжный курорт, это «Газпром». У него была открыта оленья ферма. Специально были привезены и олени, и поводыри. Поводыри, кстати, по-русски вообще не разговаривают, они прям приехали из далеких краев. Помимо этого, теперь уже на каждом горнолыжном курорте у нас есть хаски-центр. Помимо этого, в «Газпроме» у нас был «Игла-отель». Это отель, в котором можно было провести ночь, который был создан непосредственно из снега, из льда. Это тоже инновация у нас в этом году. Пользовался большой популярностью, в том числе даже у жителей города Сочи. Помимо этого, очень большое количество гастрономических новшеств предлагал наш курорт «Горки город». Это у них они открыли и раковарню, и общепит, в котором продавали копченые изделия, которые коптили здесь же на территории, тюбинг-центры в каждом курорте. Естественно, новшество – это то, что открылся еще дополнительный горнолыжный курорт, это «Альпика-сервис». Таким образом, у нас длина трасс уже общая в городе превысила 150 километров. Каждый год эти курорты развиваются, и уже в задачах на следующий горнолыжный сезон – это объединить все горнолыжные курорты в единый комплекс. Есть соответствующее поручение правительства, уже решен вопрос с единым скипасом. Теперь осталось физически объединить эти три курорта. Сочи – круглогодичный курорт, но, как мы понимаем, пляжный сезон, он самый многолюдный. Летом город принимает порядка 3,5 миллиона туристов. Подготовка идет к лету как на городском уровне, так и на международном. Буквально на днях вы вернулись с крупнейшего турфорума МИД-2018. Отмечу, что это заметное событие турбизнеса международного масштаба, как по числу участников, так и по количеству посетителей. Так вот, как все прошло и был ли интерес к сочинскому стенду? Мы понимаем, что если мы не будем продвигать наш курорт, то, естественно, результата не будет по тому объему турпотока, который мы имеем на сегодняшний день, учитывая там дополнительные открытия наших конкурентов. Мы понимаем, что стагнация у нас не должна иметь места, поэтому мы посещаем большое количество выставок. Это не только МИД, это был у нас еще и Интурмаркет, тоже большая выставка в Москве. Помимо этого, мы сейчас закончили турне вместе с туроператором «Интурист» по 6 городам, федеральным территориям Российской Федерации. Это были большие презентации города Сочи. На эти презентации «Интурист» приглашал свою агентскую сеть, которая находится на территории того или иного региона. Общее количество турагентств, которым нам получилось донести туристские возможности города Сочи, составляет порядка 4000 турагентств. То есть это те предприятия, которые работают на местах и общаются с людьми в каждом из городов Российской Федерации. По итогам этого мероприятия взяли контакты этих всех турагентств. Мы сейчас рассылаем и наш событийный календарь, и наш каталог туристских возможностей города Сочи. И будем приглашать, конечно, дополнительно еще через эти предприятия россиян. На двух туристских выставках мы представлены были отдельным
стендом, на котором были расположены наши представители санаторно-курортной отрасли города Сочи. На каждом стенде стояло более 18 объектов. Значит, на выставке МИД, помимо города, помимо нашего стенда, еще отдельно были представлены тремя стендами наших три горнолыжных курорта. И еще помимо этого, также был консолидированный стенд Краснодарского края, на котором город Сочи также был представлен. То есть мы, ну, представили город достаточно... Заявили о себе. Да, заявили о себе. И мы везде как бы были на слуху. Причем мы не просто выставляли наши туристские возможности, каталоги, а также благодаря нашим руководителям наших санаторно-курортных организаций, таких как Сантори Знания, таких как наш туроператор, который сейчас продвигает теплоход «Князь Владимир», они еще организовывали аттракции на нашем стенде. Например, Сантори Знания, значит, привез на эту выставку аниматора, который производил сахарную вату и раздавал всем желающим. А он это делает под музыку Майкла Джексона. Это знаменитый сочинец. Да, знаменитый наш сочинец. Да. Помимо этого, и князь Владимир, он, значит, они нарядили аниматора в виде самого корабля, и этот корабль передвигался по павильонам, приглашая всех посетить город Сочи, посетить сам теплоход. Эту выставку, по итогам этой выставки, значит, посетила более 23 тысяч турагентств со всей страны. 89 стран были представлены на этой выставке. То есть это достаточно большая масштабная международная туристская выставка в Российской Федерации. Ну и вернемся к подготовительным мероприятиям, которые ведутся непосредственно в городе. В преддверии летнего курортного сезона в Сочи вступает нововведение. А теперь у каждого городского пляжа должен быть паспорт готовности. Какие пункты будут в этом документе? Совершенно верно. С этого года, с 1 июня 2018 года, каждый пользователь или арендатор пляжной территории, вне зависимости от ее ведомственной принадлежности, обязан подготовить паспорт готовности пляжной территории, представить его на согласование в администрацию города Сочи. И только после этого он имеет право законным путем предоставлять услуги пользования пляжной территорией. Паспорт готовности пляжа включает в себя основные позиции, которые должны быть представлены в рамках подготовки к сезону. Это такие позиции, как получение акта технического освидетельствования Государственной инспекции по маломерным судам. Это мы требуем наличия договора на вывоз твердых бытовых отходов. Причем в этом году мы будем требовать то, чтобы на каждой пляжной территории была возможность раздельного сбора твердых бытовых отходов. Отдельно стекло, отдельно картон, отдельно органический пластик. Да. Для этого есть уже ряд частных предпринимателей, которые готовы, причем даже за свой счет, вывозить этот мусор, потому что они после переработки на этом зарабатывают деньги. Это намного теперь комфортнее для наших пляжников, потому что они экономят на вывозе мусора. Помимо этого, паспорт пляжа также включает в себя акт водолазного обследования дна. Ну, это, по сути, это все те обязательные требования, которые у нас существовали и в прошлом году, и в позапрошлом, но теперь они уже утверждаются единым документом. То есть этот единый документ сводит все необходимые требования к пляжным территориям. А что касается арендаторов, у всех пляжей есть хозяева? Как мы знаем, в городе 190 пляжей. Да, практически у всех есть хозяева. Вот сегодня буквально только что мы провели конкурс по благоустройству пляжей. Открыли, значит, конверты 38 дополнительно пляжных территорий. И сейчас у нас остается буквально там 5 пляжей, у которых еще не осталось арендаторов. Ну, мы их в ближайшее время также отыграем. Несколько сочинских пляжей претендуют на международную награду «Голубой флаг». Какие пляжные территории у нас могут похвастаться тем, что они отвечают высоким стандартам качества? Ведь этот знак – тот же сертификат качества. Совершенно верно. Для чего мы планируем это делать? Во-первых, это для того, чтобы международным туристам было более понятно экологическая ситуация в городе Сочи, потому что все-таки служба Роспотребнадзор – это служба Российской Федерации. И для международных гостей, ну, по сути, они могут не всегда доверяют тем службам, которые находятся в той или иной стране. А
Сейчас решение о выдаче голубого флага, оно будет приниматься уже международными экспертами. В этом году мы планируем, значит, чтобы у нас во всех внутригородских районах по одной пляжной территории пользователи получили этот голубой флаг. Голубой флаг – это означает большая работа, проведенная до очередного сезона. То есть для того, чтобы получить голубой флаг на этот курортный сезон, необходимо было в прошлом году провести ряд мероприятий, связанных с получением соответствующих проб воды. То есть в течение сезона их необходимо было сделать не менее 40. Эти пробы, естественно, должны подтверждаться заключениями соответствующих лабораторий. Помимо этого, есть масса требований, связанных, кстати, со сбором, раздельным сбором мусора также на пляжах. Но это мы сейчас делаем на всех пляжных территориях. Помимо этого, на каждой пляже должен быть питьевой фонтанчик, ну, служба спасательная, агитационные материалы. Ну, по сути, мы, в принципе, соответствуем всем позициям. Единственное, теперь необходимо, чтобы международные эксперты подтвердили соответствие наших пляжей уровню голубого флага. У нас на сегодняшний день три пляжа. Это значит Бархатный сезон, Адлерский район, Приморский пляж, это Центральный район, пляж Чайка, это Лазаревский район. И еще две санаторно-курортные организации, это Редисон Парадайз и Роза Хутор, они тоже захотели получить голубой флаг. Вот я думаю, что в этот летний сезон у нас у пяти пляжных территорий будут голубые флаги. Пожелаем удачи. Да. А что касается новых экскурсионных маршрутов, один пешеходный у нас уже есть, если не ошибаюсь, в мае откроется еще 10 объектов показа. В эти 10 экскурсионных маршрутов включены порядка 60 объектов туристского показа. То есть, допустим, первый маршрут – это на Красную Поляну. По пути они заезжают на территорию Скайпарка, на шоу стеклодувов, ну, потом переезжают непосредственно в поселок, там посещают Розу Хутор. По каждому из этих 60 объектов экскурсионного показа мы уже проехали и составили соответствующие дорожные карты подготовки к летнему сезону. Причем мы в этом году составляли эти дорожные карты не самостоятельно, как администрация города, а привлекли к этой работе еще местных наших туроператоров, которые могли давать свои рекомендации с точки зрения туриста. Всем этим руководителям объектов показа мы поставили срок 1 мая, крайний срок готовности к летнему сезону. Работы все идут планово. Я думаю, что к 1 мая мы подготовимся уже к приему туристов. А так называемые выездные презентации города Сочи, они еще актуальны? Если да, то куда планируете поехать в ближайшее время? Конечно, актуальны все презентации, которые мы уже сделали. Они не остаются у нас без внимания. У нас есть перечень предприятий больших, промышленных, которые находятся на территории тех городов, куда мы уже выезжали. С этим перечнем работают у нас наши местные туроператоры, взаимодействуют с директорами этих предприятий. Помимо этого, мы этот перечень также передали самим санаториям, для того, чтобы их маркетинговые службы выходили на директоров этих предприятий и заключали уже соответствующие договоры. Помимо этого, мы эту работу еще и разделили на две части. Первая часть, мы планируем охватить территорию Краснодарского края. У нас на территории большое количество сельскохозяйственных предприятий, аграрных, промышленных. Мы планируем начать взаимодействие с этими предприятиями. И какую-то часть турпотока, который у нас немного прогибается в межсезонье, то есть тот период, когда у нас не хватает туристов, планируем закрыть именно вот этой вот категории, значит, отдыхающих. Вторая часть – это, естественно, работа с федеральными нашими промышленными предприятиями. Так, в этом году мы планируем поехать посетить еще порядка 5 городов. Мы выбрали регион Подмосковья. Это мы буквально на следующей неделе, уже с понедельника, выезжаем в эти регионы. Это Рязань, Тула, Калуга. Потом поедем еще в Пензу и в Белгород. Значит, в состав нашей делегации входит, естественно, глава города Сочи, который начинает презентацию, который рассказывает в целом о туристском потенциале города Сочи. И постепенно он подводит уже к презентациям непосредственно самих объектов показа, объектов санаторно-курортного комплекса города Сочи, руководители которых едут с нами.
После того, как заканчивается презентация, начинается уже процесс взаимодействия, так называемый, ну, иными словами, это роуд-шоу. То есть, когда люди начинают уже подходить к непосредственному директору того или иного предприятия и уже договариваться. Ну, как правило, договорная кампания, она достаточно длительная, потому что промышленные предприятия, у них структура очень сложная, очень большое количество департаментов, точно так же там есть и юридический департамент, и договорные, и кадровые, и для того, чтобы им сформировать какое-то свое мнение и отразить его в договоре, им необходимо комплексно подойти к рассмотрению того или иного вопроса в договоре, и уже после этого только они готовятся к подписанию. То есть на этих встречах все обмениваются контактами, налаживают двухстороннюю связь, которая уже впоследствии там может привести к приему гостей, к приему работников этих предприятий. Это называется так называемая программа оздоровления трудящихся. Это открытый юг, да, ну, это более такая широкая программа, она, принцип тот же, это в то время, когда у санаториев есть ресурсы, есть возможности для того, чтобы принять большее количество туристов, тем самым сохранить рабочие места, которые порой в зимний период времени немного как бы в целях экономии наши санатории людей своих отправляют в отпуска без содержания. Вот для того, чтобы это все избежать, как раз-таки эта программа и существует. Санатории готовы отдавать практически по себестоимости свой турпродукт. А турпродукт достаточно серьезный, включает трехразовое питание, размещение, лечение. Порой это и бальнеологические процедуры. Помимо этого, сейчас еще ведутся переговоры с нашими авиаперевозчиками, чтобы это все было в едином турпакете. И таким образом стоимость этого турпродукта, она достаточно конкурентоспособна. И более того, помимо отдыха люди получают еще и выздоровление, что немаловажно для работодателей. Такой процесс уже он существовал в советские времена, теперь мы стараемся его возродить. По сути, все готовы к этому процессу, и работодатели готовы отправлять своих сотрудников, потому что они заинтересованы, чтобы люди были здоровы и хорошо выполняли свои трудовые обязанности. Мы заинтересованы в том, чтобы наши санатории были полны в зимний сезон. Санатории готовы к приему гостей. То есть тут как бы, ну, все готовы. Здесь возникает резонный, наверное, вопрос, а существуют ли в Сочи курсовки для местных? Наверняка многие сочинцы захотели бы полечиться на Мацесте или принять оздоровительные процедуры в других здравницах. Готовы ли наши санатории работать по принципу курсовок? Конечно, готовы, и они уже это делают. К примеру, вот если пройти по Новогинской, вы увидите баннер санаторий Дагомыс. Он предлагает для местных жителей там спецпредложения достаточно недорогие. Мацеста, она всегда готова, она открыта для приема местных жителей, но, естественно, только при наличии показания, значит, педиатра, потому что, ну, Мацеста – это такой специфический, он очень сильный лечебный источник, но для него необходимы определенные показания. Он может как помочь, так и навредить. Да. Но есть специальные предложения в здравницах для местных, да? Конечно, обязательно. И в здравницах, и в отелях. Отели в особенности, они начали пользоваться турами выходного дня. Прошлый летний сезон показал, что жители города Сочи очень активно ездят на Красную Поляну, останавливаются вот в горных курортных отелях. Именно на выходные. В пятницу вечером уезжают, и потом в воскресенье вечером возвращаются домой. Понимая это, наши отели все теперь уже предлагают такие услуги. И какие же ожидания от летнего сезона? Ведь на этот раз к нам приедут не просто и не только туристы, но и болельщики чемпионата мира по футболу. Ожидания, конечно, самые радужные. Мы планируем, что в этот летний сезон турпоток у нас будет сохраниться на прежнем уровне. В основном, в том числе благодаря и гостям, которые приедут на матчи чемпионата мира по футболу. Мы понимаем, что эта публика достаточно разноплановая, будет очень большое количество иностранцев, поэтому мы совместно с нашим Сочинским государственным университетом курортного дела подготовили программы повышения квалификации линейного персонала отелей. Эти программы по аналогу с олимпийскими программами носят краткосрочный характер, но они очень важны с точки зрения подготовки тех людей, которые будут общаться с нашими иностранными гостями, да и с российскими гостями. Эти программы захватывают две компетенции. Это
Первое – это лингвистическая компетенция, то есть это навыки общения на иностранном языке. И вторая – это профессиональные компетенции, гостеприимство. В период подготовки к Олимпиаде это называлось так называемая прививка международного гостеприимства. По аналогу эти программы созданы, и в ближайшее время весь линейный персонал наших объектов размещения он будет обучен по этим двум программам. Сергей Анатольевич, большое вам спасибо за исчерпывающий ответ и пожелаем вам удачи. Для вас и вашего управления сейчас наступает горячая пора в прямом и переносном смысле. Поэтому удачи. Спасибо вам большое. Напомню, гостем нашей программы сегодня был начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Домарат. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире.